Ну и, пожалуй, последнее. Настоящие звезды проверяются не только количеством хитов, яркой одеждой, скандалами, но и временем. Кого из наших персонажей будут помнить лет через 30-40, сегодня не скажет никто, ведь это будет совсем другая жизнь. Ученые обещают, что в то удивительное время молодые родители будут создавать своего будущего ребенка на заказ, выбирая из длинного списка нужные гены. Компьютеры, вживленные в мозг, будут помогать решать задачки, а передвигаться можно будет по тоннелям времени, заказывая нужную остановку. Что правда, а во что нам пока еще невозможно поверить, об этом наш проект «Хочу жить вечно». Внешне они больше похожи на роботов, но это люди. Им не нужен чистый воздух. Повсюду стоят специальные камеры, где можно насытиться кислородом. Они не ходят в магазин. Бифштексы растут у них в холодильнике. Техникой они управляют силой мысли. И в мгновение ока могут очутиться не только в любой точке планеты, но и на Луне или Марсе. И самое главное, они бессмертны. Разве не к этому стремилось человечество тысячи лет? Человек сможет путешествовать в любую точку мира, не выходя из дома. Нужно только нажать кнопку. Стены в квартире растворятся, и вы уже не дома, а на Северном полюсе или даже на дне океана. Подобные технологии уже существуют. Анимированные цветы растут и меняются на глазах. Нажав кнопку перед уходом на работу, возвращаешься в цветущий сад. В этом саду можно гулять, можно превратить его в поле или просто подуть на одуванчик. Правда, пока только при помощи фена с инфракрасным излучением. Мало кому из людей будущего понадобится билет на самолет, чтобы увидеть известные города мира. Там можно будет оказаться, как в сказке, одним движением руки. Наше виртуальное тело уже может путешествовать по параллельным мирам. Веб-камера переносит человека в иную реальность и создает новые миры. Виртуальный двойник аквариума. Если отодвинуть песок, то появятся некие существа. Человек может не только наблюдать за ними, но и контролировать их рост и развитие. Компьютеры улавливают даже наше дыхание и переводят его в абстрактные картины. Последовательность абстрактных чисел, различных нулей, единиц, которые мы представляем себе в голове, как раз эти люди пытаются донести до зрителя, визуализировать компьютерный код, представить его в виде интерактивных инсталляций, с которыми зритель может взаимодействовать, а также соединить работу, например, с сетью интернет и заставить человека увидеть те следы, которые он оставляет после себя в общении в блогах и вообще каждый день в интернете. Во всех этих экспонатах живет наше астральное тело. Это первый шаг перехода в иную форму жизни. Компьютер считывает нас и создает виртуальное тело. Оно может продолжать жить, любить, страдать и развиваться дальше в этих цифровых системах. Известный футуролог Игорь Бестужев-Лада разработал четырехступенчатую теорию перехода человека в качественно иное существо. Первой ступенью в фантастическое будущее станет появление персонального компьютера, который уравняет виртуальную и реальную жизнь. Вторая ступень. Этот же компьютер становится автоматически поликлиникой на дому, ставит, делает бесконечно. 24 часа в сутки идет анализ и показ, естественно, на приборах с диагнозом. И только потом появляется врач, который делает прогноз. То есть на основании этого диагноза
я выписываю вам лекарство и даю какой-то курс лечения. На третьей ступени можно будет уже до рождения запрограммировать психологию, физиологию и генетику ребенка. Выбрать нужный рост, цвет волос, глаз и даже холерика сделать сангвиником. И, наконец, четвертая ступень – появление кибернетических организмов или киборгов. Это станет возможным уже через 20-30 лет. Почему бы не сделать расу людей, которые могут на Земле дышать легкими, а в воде, ну, не глубоко, конечно, но на метров 100 верником. А основать города, деревни, поселки и жить там, значит, экзотически. Это вполне возможно. Высокогорье. У нас мы живем на 10% земной поверхности. 90% по разным причинам пустует. Их можно освоить, но для этого требуется организм. И таким образом мы программируем, начинаем программировать человека. Неужели среди нас будут люди с жабрами или металлическими конечностями в виде крыльев? Им не будет страшен арктический холод, их внутренности напичкают электронными механизмами, а в мозг вмонтируют компьютер. Насколько же реалистичны прогнозы футурологов? Если лет 20 назад генетика была способна провести анализ генокода человека, лет 10 назад уже можно было бы даже какие-то проводить исследования этих вещей, то сейчас мы находимся уже в фазе возможности манипулирования строительства. Стволовые или клетки, выращивания органов. Итальянский профессор Паоло Макхиарини начал проводить эксперименты по трансплантации еще 23 года назад. Вживление донорских органов не может надолго продлить жизнь пациенту, и Макхиарини задумался о регенерации. У меня возникла идея начать создавать органы для трансплантации инженерным способом. При применении таких органов не требуется последующего приема поддерживающих препаратов. Впервые за последние 4,5 года Жадыра Игликова может разговаривать. Правда, о своих планах на будущее она рассказывает пока только шепотом. Я первым делом учиться хочу, потому что у меня диплом, я не получил, не успела. Она реально не говорила 4 года. Поэтому, конечно, трудно себе представить, что она начнет у нас говорить. Складки не двигались, ничего не двигалось. Вот. А сейчас она реально первые 2 недели пытается что-то сказать. В 2006 году студентка университета Жадыра пишет диплом. Строит планы на будущее, готовится стать мамой. Все изменилось за секунды. Автомобиль не успел затормозить. Черепно-мозговая травма, множественные переломы и потеря 6-месячного ребенка. А дальше долгие месяцы комы и надежда на чудо. Наконец, спустя 9 месяцев девушка очнулась. Но это было лишь начало пути длиною в 4 года. За эти 4,5 лет я уже несколько раз теряла, уже сколько были у нас такие критические моменты. От длительного нахождения в горле специальной дыхательной трубки трахея заросла тканями и сузилась. Девушка стала задыхаться. Когда стало понятно, что традиционная хирургия не поможет, возник вопрос о замене органа. Ну, казалось бы, что проще взять какую-то синтетическую трансплантацию, синтетическую, из синтетики создать такую трубку и ее вшить в организм. Как делается, например, с сосудами. Да? То есть заменить сосуд можно, но заменить по аналогичной методике трахею невозможно, потому что она имеет связь с воздухом, а воздух – это инфекция. И инфекция в конечном итоге приводит вот к разрушению. И в конечном итоге все заканчивается печальным исходом для пациента. 7 декабря 2010 года в Российском центре трансплантологии имени академика Петровского девушке подарили возможность дышать свободно. Вы видите уникальные кадры этой операции. Профессор Паоло Макхиарини проводит ее вместе с хирургом Владимиром Паршиным. Был взят каркас трахеи. Эта трахея была взята у трупа погибшего через несколько часов после уже смерти, констатированной у этого больного. Обработана таким образом, чтобы убрать из нее те
ткани, на которые организм пациента будет реагировать, будет вызывать отторжение. Камера фиксирует каждый этап операции. Сначала каркас донорской трахеи помещают в жидкость с клетками пациентки. Затем шприцем буквально нашпиговывают протез стволовыми клетками костного мозга. Внутрь трахеи кладут ткани слизистой оболочки пациентки. После удаления пораженного участка на его место ставится имплант. Профессор Маккарени говорил, что через 2 недели она будет ходить. Я не верила, думала, на протяжении, может, там хотя бы 3 недели, да, там еще месяц может быть. А тут действительно она, когда вот прошло еще, даже 2 недели не прошло, дней 10 уже прошло, и она уже ходила по коридору, и мне показалось, что это какое-то чудо. Жадыра теперь может, не задыхаясь, гулять по коридору. Конечно, ей предстоит еще период реабилитации, но это будет уже дома. 4 года, проведенные в больнице, теперь в прошлом. Вода по праву считается одним из главных источников существования жизни на Земле. И уже не за горами то время, когда ее станут использовать в качестве топлива. Вода не подчиняется обычным законам физики и химии и остается загадкой и предметом пристального изучения. Наша вода, наша дорогая вода, которая в нашем организме составляет 70-80% воды, она оказалась не просто растворителем или как бы содержимое, в которое, то есть то, в чем все содержится, наше органическое, она оказалась, самое короткое и правильное название, биокомпьютером. Сравнение с биокомпьютером вода получила из-за свойства запоминать и хранить информацию. Впервые понятие «память воды» ввел французский ученый Жак Деминиста в 1988 году. Несколько лет спустя биофизик Станислав Зенин обнаружил, что вода состоит из множества ячеек. Вот как выглядит одна ячейка воды. В ячейке находится около 45 миллионов структурных элементов. Каждый из этих элементов является некой информационной емкостью. Сейчас вот модно говорить «структурированная вода». Да вода, как видите, всегда структурирована. Вот. Это и есть структура воды. Если вы поменяете вот эти элементы внутри, получите другую структуру, другие свойства. Память человека связана с мозговой деятельностью. А наш мозг более чем на 90% состоит из воды. И когда вот мы вышли на уровень расшифровки того, как же вода запоминает, да, мы поняли, что есть запоминание и на этом уровне. Это как бы предгенетический уровень. Ну, тот физиологический уровень, который связан с мозговой деятельностью. Ячейки воды можно сравнить с компьютерной флешкой определенного объема. Ученые предположили, часть ячеек с рождения уже занята генетической информацией. Остальная часть заполняется любой другой информацией в течение жизни. Объема памяти в нашем организме хватает примерно на 30-40 лет. А дальше надо освобождать ячейки от ненужной информации. Иначе организм захламляется, а значит, самоуничтожается. Человек стареет. Надо научиться. Первое, вот после, допустим, лет 30-40, вот, убирать в воде ту захламлявшую вас информацию, понимаете, которая, помимо того, что она хлам, она не дает возможности вам нормально развиваться, да? Не дает возможности сохранить те структурные организации в воде, да, которые отвечают за ваше нормальное состояние. Очистить память, а значит стать моложе лет на 30, можно с помощью электромагнитных волн, работающих на определенных частотах. Если вы идете в резонанс и попытаетесь достаточно дать энергии, чтобы разрушить вот эти образования, да, вы дадите пищу для того, чтобы кодировка новая, да, вот, происходила с вашими свободными структурными элементами, а не разрушала то, что вам нужно для вашего организма, для вашей молодости. Возможно, в будущем удаление ненужной информации из памяти воды сделает человека почти бессмертным. Ведь в древности водой можно было оживить, омолодить и даже убить.
Потомок древней фамилии князь Евгений Мещерский обнаружил на территории своей заброшенной усадьбы два источника с живой и мертвой водой. Вот он, родник с живой водой. Вон он. О, пробил. А вот эта вода мертвая. Да. Вот в царство мертвых вход. Источники живой и мертвой воды находятся буквально в 3 метрах друг от друга. Евгений Алексеевич провел исследование удивительной находки и выявил, что вода в обоих источниках отличается физико-биологическими свойствами, имеет разную температуру и вкус. Здесь отсюда идет мощное правонейтринное излучение. То есть здесь нейтроны в атомах водорода воды распадаются, и идет, значит, нейтрино с правым спином. Вот здесь вот. Если наклониться, может так случиться, что человек потеряет рассудок, видимо, душу засасывает туда, или может остановиться сердце. Об источниках Евгений Алексеевич узнал от призрака. Женский голос велел ему прийти ночью в главный зал бывшего дворца. Непостижимо, но чем ближе подходишь к этому дворцу, прямо начинает затягивать. Как будто кто-то невидимый приглашает туда войти и окунуться в мир тайн. Тайн в этом дворце великое множество. Ровно в полночь во дворце князь Мещерский увидел светящуюся надпись: «В воде найдешь ты тайну жизни и смерти». В ту ночь Евгений Алексеевич обнаружил 2 источника. Вот рамочки здесь, во, вот так вот сходятся. То есть не просто так, их сворачивает. Такого места, я вам скажу, во всей Московской области нигде нет. Я ничего не могу сделать, я не могу, вот пытаясь их развести, бесполезно. То есть их вот так вот сворачивает, такое мощное излучение. И вот я чувствую, вот уже на сердце давит. Евгений Алексеевич утверждает, что когда он опускает руку в источник с мертвой водой, у него начинаются видения, учащается сердцебиение. По преданию, чтобы избавиться от болезни, нужно попить этой воды и прочесть молитву. Но есть и другое свойство у источников. Люди в этих местах сходили с ума. Многие даже умирали. Здесь смертей в этих местах было очень много. Вот буквально, можно так вот показывать, возле того флигеля нашли труп. Дальше по парку находили трупы. Но, вы представляете, непостижимым образом, я думаю, что это было все связано с этим местом. Потому что здесь совершенно реальный вход в царство мертвых. Многое из того, что рассказывает Мещерский, кажется выдумкой. Но когда мы попросили Евгения Алексеевича подойти к развалинам дворца, его радиомикрофон стал издавать странные звуки. Чем ближе он подходил, тем сильнее становились звуки. Съемочная группа решила, что в микрофоне села батарейка. Но когда Евгений Алексеевич стал возвращаться обратно, посторонний звук постепенно прекратился, и до конца съемки микрофон работал исправно. Сегодня человека рассматривают как машину, в которой можно менять запчасти. Совмещая биологические и искусственные материалы, уже восстанавливают человеческие органы. Этим занимается наука бионика. Ученые из университета Питтсбурга в США вживили в мозг обезьяны чипы и подсоединили их к участку коры, который отвечает за движение рук. Обезьянам предстояло накормить себя одной лишь силой мысли. Для чистоты эксперимента руки приматов зафиксировали в пластиковых трубках. Я думаю, уже в течение 10 ближайших лет будут созданы либо восстановлены многие органы и ткани при помощи тканеинженерных методов или с использованием клеточной терапии, как, например, были созданы бионические руки.
Бионические руки – это компьютеры, которые распознают микроэлектрические биосигналы человека. С их помощью можно ощущать предметы так же, как здоровой конечностью. Людям уже устанавливают титановые суставы, пересаживают выращенную кожу, сосуды, сердечные клапаны. И подобных запчастей с каждым годом становится все больше. К 2012 году ученые будут синтезировать кости и мышцы. В 2015 появятся люди с мини-компьютером в мозгу, который будет передавать изображение на сетчатку глаза. Но самым важным будет создание нанороботов размером с человеческую клетку, которые смогут контролировать здоровье и устранять повреждения в организме. Постепенно просто в нем будет постепенно заменяться обычные клетки, которые, количество делений которых ограничено, которые изнашиваются, на клетки механические, которыми мы можем управлять. То есть они тоже будут изнашиваться, но им можно подавать команду, чтобы износившиеся вывелись из организма, и нормальные клетки остались в организме, и таким образом... То есть речь, конечно, не идет о бессмертии, может быть, миллиардов лет, но тысячи лет такое тело может существовать. Скоро будут выращивать новые органы из стволовых клеток прямо в организме человека. А к 2055 году ученые создадут новое тело. Из старого человек возьмет с собой только сознание. Его предварительно запишут на компьютерный носитель. Компьютеры будут... миллионы раз мощнее, биологические технологии будут миллионы раз дешевле, роботы будут миллионы раз меньше, то есть это будут уже нанороботы. И то, что нам кажется сейчас фантастическим, тогда будет казаться вполне очевидным и технически возможным. Британским ученым Харфилдского госпиталя удалось вырастить клапаны сердца из стволовых клеток костного мозга. Первыми испытали их на себе овцы и свиньи. Скоро выращенные клапаны будут трансплантировать людям, а следующим этапом станет создание целого сердца. Василий Гонзевич сегодня радуется каждому дню. Ведь он родился дважды. Прямо на рабочем месте у него остановилось сердце. К счастью, коллеги не растерялись. Я практически умирал на работе. Они смогли запустить сердце, потом вызвали скорую, меня отвезли. И вот наступила та ситуация, когда образовался после этой остановки большой тромб, который со временем начал расти. И вот результат, когда потребовалась пересадка. Получить в короткие сроки подходящее донорское сердце почти невозможно. Встал вопрос о пересадке искусственного. Мужчину доставили в центр трансплантологии. Вот этот сложный аппарат выполняет функции человеческого сердца. Ощущаешь только то, что вот ты, когда лежишь на спине или спишь, то вот подрагивание этих насосов, это ты ощущаешь. Это я могу с твердой уверенностью сказать. Ты слышишь звук металлических клапанов, которые работают. Ты это все слышишь. Подобное искусственное сердце было имплантировано и Василию. С ним он прожил 4 месяца. Мы видим соревнования между искусственными органами и трансплантируемыми органами. Пока что лучшие результаты у трансплантируемых от человека органов, но их всегда будет по понятным причинам нехватка. Василию приходилось постоянно возить с собой 100-килограммовый ящик. В него помещался насос и блок питания. Очень большое значение имеет, конечно, привязанность человека к источнику питания. По этому поводу сейчас особые ведутся разработки, как можно этот источник питания от человека отделить. Может быть, какие-то батареи имплантировать в организм, либо это как-то подзарядку вести через кожу, но без провода. В центре трансплантологии ведутся испытания помощника сердца. Подопытным стал теленок Боря. Этот мини-насос берет на себя часть работы больного сердца, пока пациент ждет донора.
если, так сказать, будет создан такой прибор, который работает очень длительно, там до 10, больше лет, то пациенты, которым имплантируется, они могут вообще не ждать донорское сердце, а жить с этими насосами. Наконец настал день, когда Василию Ганзевичу трансплантировали донорское сердце. Очень важно было привыкнуть к новому органу. Известен случай, когда новозеландец Клинт Холжм за 3 года не смог сродниться с донорской рукой и попросил врачей отнять ее. Для меня это не проблема играться вот так вот 5-килограммовой гантельки. Хотя прошло всего полгода, но тем не менее, мне можно, могу так играть, могу одной, могу двумя сразу. Заканчивая съемку, мы вышли на балкон и увидели яркую двойную радугу. Когда видишь радугу, надо загадывать желание. Оно обязательно сбудется. Создание искусственного сердца началось в 70-х годах прошлого века. В Центре трансплантологии имени Шумакова есть музей, где собраны все отечественные модели. Это вот самые первые образцы. Это, как говорится, заря. Вот тут даже, видите, написано 69-й год. Делали вспомогательный желудочек с искусственным предсердием. Еще. Вот. Материалом служила здесь, наверное, эпоксидная смола или что-то. Из каких только материалов не пытались создать искусственное сердце. В музее есть даже атомное сердце. Оно было создано в 1989 году, но так и осталось в истории. По замыслу изобретателей, энергией для работы этого сердца должен был стать плутоний. Вот здесь располагался такой должен быть желудочек в виде мешка, и вот это вот, качать его так, все движение. То есть тепло должно было преобразовываться, энергия атома должна была преобразовываться вот в поступательно-возвратное движение этой лопатки. Вот так. Это был проект «Микрон». У нас тут вот даже и написано «Микрон». А это одна из последних разработок. Образец под названием «Поиск 10М». Имплантировался уже 35 раз. Оно представляет из себя 2 желудочка, левый и правый. И когда его имплантируют в грудную клетку пациента, то оно вот так в сборе имплантируется и, соответственно, работает. Если хотите, я вот немножко покажу, как оно работает. Американский психиатр Пол Пёрселл опросил 140 пациентов, живущих с донорским сердцем. Вывод таков. В сердце запрограммирована личность человека вместе с чувствами и мыслями. Это и есть душа, считает исследователь. При трансплантации она частично передается новому владельцу сердца. Все друзья и родственники мне стали говорить, что с тобой происходит. Ты как-то изменился, просто другой человек стал. Вот, я сам начинаю чувствовать, что действительно какой-то темпераментный я стал, такой взрывной, реакции какие-то появились несвойственные мне. Потому что я всю жизнь был тихий очень, достаточно застенчивый человек. С рождения Сергей жил с диагнозом «сердечная недостаточность», бесконечные таблетки, больницы. В 22 года его сердце просто отказалось работать. Пришлось трансплантировать донорское. После операции началась совсем другая жизнь. Сергей часто вспоминает первую встречу с Людмилой. Он шел по улице и вдруг увидел ее. Молодой человек тут же купил букет цветов и бросился догонять незнакомку. Я сначала даже не поняла, что происходит. Молодой человек дарит цветы, улыбается, но психа вроде не похож. Девушка не стала отвергать кавалера. Он понравился ей с первого взгляда. И даже показалось, что они давно знакомы. С этого дня молодые люди не расставались. Как-то Сергей рассматривал старые фотографии Людмилы.
Я не знал сначала, что Люда уже была замужем. Ну, сам не спрашивал, вот. Но потом она стала рассказывать, и выяснилось, что у нее был муж, Виктор, который трагически погиб. Оказалось, что день смерти мужа Людмилы и день операции Сергея совпали. Более того, Сергей помнил фамилию своего донора – Соболев. Да, Виктор Соболев – мой муж. И тут все как-то стало на свои места. И я поняла, что Сережа мне напоминает Витю. Да, постоянно Люда мне говорила, что ты кого-то мне напоминаешь. С самого первого дня знакомства Людмила и Сергей увидели друг в друге родственную душу. Кто знает, может быть, обратить тогда внимание на Людмилу Сергея заставил именно бывший муж. Вернее, его сердце. С тех пор, как заговорили об овечке Долли, люди разделились на два лагеря – за и против клонирования. Сторонники говорят, человека надо клонировать при рождении. Органы клона пригодятся для ремонта тела хозяина. В большинстве стран клонирование запрещено. Несмотря на это, в конце 2002 года в США полулегальная фирма Clone8 пыталась клонировать умершего 11-месячного ребенка. Эксперимент проводила химик Бриджит Бойсюлье. Она же руководитель секты реалианцев. С того дня местонахождение и любая информация о клонированной девочке держатся в секрете. А жаль, было бы интересно узнать, каким станет клон и есть ли у него душа. Согласно древнеегипетской книге мертвых, у человека помимо физического тела есть еще шесть. Второе представляет собой биополе. Третье называют астральным телом. Четвертое – ментальным. А пятое – телом кармическим. Благодаря шестому человек осознает свое существование. Ну и, наконец, седьмое тело – это то, что мы называем душой. Я думаю, что это вообще лучшая стратегия человека – это максимально копировать себя. Не только клонировать, да, а если появится возможность переноса сознания, создания копии, только не человека, тела копии, да, а тела интеллекта, то тогда это будет самая выигрышная стратегия выживания. То есть сделать максимально много копий собственных. Ну, я имею в виду на других уже носителях. Там, в компьютере, в виртуальной реальности. Слившись с машиной, тело человека, его разум и само устройство цивилизации трансформируются. Человек обретет новую форму существования, которой не страшны старость и даже смерть. Существует теория о плазмоидах, энергетических двуполых двойниках человека. Они могут свободно перемещаться на неограниченное расстояние, обитать в иных измерениях. Обладают развитым сознанием и избавлены от силы гравитации. Некоторые исследователи считают плазмоиды формой существования души после смерти. Если вот принять внимание, что человек бессмертен, то, может быть, в момент смерти, уже об этом говорят, из тела выходит какая-то душа. И она, якобы американцы ее взвесили, там какие-то граммы она весит. Она может представить из себя вот именно вот этот вот плазмоид, этот шар, который иногда вот фиксируется на фотопленке. Возможно, плазмоиды – это инопланетный разум. Еще Константин Циолковский высказал гипотезу о существовании жизни на Солнце в форме плазмы. И люди, которые представляют собой белковую жизнь, когда-нибудь тоже станут светящимися или плазмоидами. Есть версия, что это уже произошло с марсианами. Белковая форма, которая раньше была, когда Марс был на третьей орбите, она перешла в другую форму, которая приспособилась вот к тем условиям, которые сейчас там есть. И мы можем назвать вот эту форму плазменную. Ну, это очень похоже, плазменную. Вот то, что там шарики летают, да, там и так далее. То есть, видимо, это уже как бы репетиция человечества при переходе в то состояние, которое будет на Марсе. На Земле сходная форма жизни уже есть. Это шаровая молния.
Ученые считают, что она обладает разумом. Ведет она действительно очень разумно, то есть нам это непонятно. Можно предположить, что вот белковая форма перейдет в такую форму. Это гипотеза, естественно, но она имеет под собой основания. И поэтому, вот может быть, на Марсе существует та самая жизнь, которая имеет вот такую форму. Вот эти вот шары. Шаровую молнию нельзя уничтожить. Это известный факт. Возможно, выжившее после конца света человечество ждет именно такая форма существования. Бессмертное бытие в виде плазмы. Но есть и другое мнение. Если нам дана бессмертная душа, тогда то, что называется жизнью, только начало пути. Но люди об этом не знают и упрямо пытаются создать бессмертное тело. Одно из направлений в пластической хирургии – экспансия тканей помогло Тиграну Кюмбиджану избавиться от огромного родимого пятна. Дразнили, наверное, после, когда вот я уже с 5 класса по 11 ходил в бандане уже, да? То есть, получается, постоянно в школе, вообще где-либо, я в головном уборе. Тигран всегда ходит с покрытой головой. В 5 лет он начал стремительно лысеть. Кожа на месте выпавших волос потемнела и стала разрастаться. Пошло образование, да, именно не как кожа просто, да, а именно как опухоль, наверное, я так могу сказать. То есть вся кожа стала бугристой, вплоть до утолщения, там, по-моему, дошло до 2 сантиметра, хотя была просто обычной кожей. Вот, соответственно, и волосы перестали расти, получилась такая рельефная, темная, коричневая кожа. К 10 годам на голове Тиграна выросла огромная бугристая родинка, или по-научному нефус. Врачи понимали, надо подобрать такой метод, чтобы мальчик не остался лысым после удаления родинки. Если на открытой коже можно проводить какие-то манипуляции, и кожа остается кожей, пусть рубцово измененной, то волосистая часть головы, она должна нести волосы. А так как если удалять эту часть и не замещать чем-то другим, конечно, будет просто сплошной рубец или без волос. И тут нам пришла на помощь интуитивно подсказанная та технология, которая использовалась при устранении рубцов после ожогов. Это технология экспансии тканей. Невус частично удаляют. Когда рана заживет, рядом под здоровую кожу вводят силиконовый или латексный баллон. Емкость заполняют стерильным раствором до тех пор, пока кожа не натянется. Внешне это смотрится как шишка. Регулярно в баллон доливают жидкость. Примерно через 1-2 месяца кожа растягивается достаточно, чтобы закрыть поврежденный участок. Это болезненный процесс. Когда был ребенком, зная, какую боль, да, будет после этого еще несколько часов, возможно, целый день будет болеть, может быть, иногда говорил, что хватит сейчас, чтобы не болело, да? Но старался этого не делать меньше, я это помню. Чтобы избавиться от невуса, Тиграну пришлось пережить 8 операций. В результате кожа на голове растянулась более чем вдвое. Густотой волос Тигран пока похвастаться не может. Да и шрамы предпочитает скрывать от любопытных глаз. Но все-таки он надеется избавиться от них. И, наконец, снять повязку. Крупные родинки в любой момент могут переродиться в раковую опухоль. Пока лечение онкологии – это химио- и лучевая терапия, ученые уже давно ищут более эффективный способ избавления от рака. С приходом в нашу жизнь нанотехнологий появилась надежда, что диагноз «рак» больше ни для кого не станет приговором. Мышка не испытывает дискомфорта, она, видите, идет себя спокойно. То есть это такой легкий нагрев. То есть у нас нет задачи выжечь опухоль. У нас есть задача чуть-чуть нагреть и запустить процесс апоптоза. Ученые Нижегородской медицинской академии нашли уникальный способ торможения роста раковой опухоли – до 66%. Это удалось при помощи наночастиц золота. Металл издревле применяют в медицине. Он безопасен для человека. Так выглядят золотые наночастицы при увеличении в 56 тысяч раз. А вот так работает метод.
подопытные мышки прививают раковую опухоль. Через 10 дней животное можно лечить. Для чистоты эксперимента место опухоли выбривают. Это темная жидкость – специально подготовленный раствор, в котором содержатся наночастицы золота. Попав в кровь, наночастицы безошибочно находят раковые клетки и метастазы и закрепляются на них. Размер наночастиц и размер пор в сосудах, дырок в сосудах опухоли сопоставим, там еще есть другие особенности физиологии опухоли, то наблюдается избирательное накопление этих частиц в опухоли. Мы как раз работаем на этом феномене. Такой опухоль была до введения раствора. Ее свечение увеличилось через 2 часа. А через 4 часа опухоль стала по-настоящему золотой. В течение 20 минут опухоль нагревают лазером до 43 градусов, точечно. Наночастицы интенсивно поглощают лазерное излучение и разогреваются. При этом окружающие ткани не страдают. Через 2 недели наночастицы полностью выводятся из организма. На экспериментальных животных у нас получилось, что добавочное повторное облучение, оно не добавляет эффективности. То есть если мы однократно сумели облучить все опухолевое поле, хорошо, захватив все его разрастание, то этого достаточно для того, чтобы опухоль перестала расти. Даже если человек научится регенерировать все органы, этого будет недостаточно, чтобы отменить старение. Контролировать психологическое состояние пока невозможно, и регулярные стрессы истощают организм. Это хорошо видно по изможденному лицу человека. Если кровь не поступает к коже, то нет подвоза строительных материалов, соответственно, нет обновления. То есть затруднено обновление кожи. Затрудненное обновление кожи как раз приводит к тому, что мы получаем быстрое старение кожи. По мнению Ринада Минвалеева, лучшее лекарство от стресса, а значит от старения – полное расслабление и хороший сон. А еще физиолог уверен, что еда на ночь – это вовсе не вредная, а полезная привычка. Тоже от стрессов. Если понаблюдать, то любое животное никогда не ляжет спать голодным. Наилучшие условия для восстановления энергии, то есть для отдыха, как раз создаются парасимпатическим тонусом в вегетативной нервной системе. А он наиболее активен ночью. Поэтому еда на ночь, например, она совершенно физиологична со всех критериев. Водород – самый распространенный элемент во Вселенной. Он может уничтожить целую планету. Все помнят водородную бомбу. С другой стороны, при горении он выделяет только тепло и воду. Поэтому водород называют экологически чистым топливом. Уже созданы машины, работающие на водородном двигателе. Но пока это слишком дорогое удовольствие. Есть еще одно чудесное свойство водорода. Этот газ прекрасно подходит человеку для дыхания. Когда на планете только зарождалась жизнь, атмосфера почти полностью состояла из водорода. А вот сегодня считается, что для жизни нам необходим кислород. Если организм изобразить в виде так называемого черного ящика, внутри которого разобраться там почти невозможно, посмотреть только, что имеется на входе и на выходе, и анализировать вот эти входные и выходные сигналы, то мы четко видим, что на входе мы имеем кислород и продукты питания, а на выходе имеем углекислый газ. Таким образом, меняя, варьируя вот этими параметрами, можно добиваться продления жизни, что и, собственно, нам удалось. Геронтолог Хачик Мурадян уверен, кислород только ускоряет старение. Чтобы продлить жизнь, нужна атмосфера с другим составом. Лучше всего человеку подходят инертные газы – гелий, аргон, ксенон и другие, считает Мурадян. Свои опыты ученый проводит на мушках-дрозофилах. Смешивая газы в разных пропорциях, он пытается найти оптимальный вариант.
Сегодня Хачик Мурадян предлагает подопытным насекомым коктейль из смеси водорода и гелия. Причем содержание водорода здесь до 90%. Вот пробирки, они живут. Я меняю корм, считаю погибших, обратно кладу. Ставлю это вот поршень на отметке 100 миллилитров. Уже есть первые результаты. По словам геронтолога, продолжительность жизни дрозофил в такой атмосфере увеличивается минимум в 1.5 раза. И это только начало. В древности средняя продолжительность жизни была на отметке в 40 лет. В 19 веке люди с трудом доживали до 60. А сегодня человека в 80 лет никто не считает долгожителем. Возможно, плохая экология пошла нам на пользу. Может быть, когда на Земле совсем не останется кислорода, мы, наконец, станем бессмертными. По прогнозам футуролога Игоря Бестужева-Лады, первые киборги на нашей планете появятся уже через 20-30 лет. Внешне они будут похожи на людей. Внутри их будет контролировать компьютер. Вас все время работает компьютер. Компьютер работает, коррегируя отклонения от нежелательных. Нежелательные отклонения. Вы можете заставить, это тоже не в пределах фантастики, работать его в эвристическом режиме. То есть задать ему какой-то вопрос. И дальше все само собой. Получается, что компьютер на самом деле сможет управлять человеком. Игорь Бестужев-Лада утверждает, что в эвристическом режиме со временем будет работать и интернет. Это означает, что человек потеряет свою значимость. Человек оказывается излишним. И мы приходим к формуле Циолковского – лучистое человечество. Человечество как собрание информационных полей, упорядоченных информационных полей. Наступит время, когда человек сотрет границу, разделяющую людей и энергетические субстанции. Лучистому человечеству будет доступно все. Сбудутся мечты о полетах без крыльев. Мы перестанем бояться конца света, и Вселенная станет нашим домом. Мы потеряем свое тело, но станем, наконец, бессмертными. Но просто дух захватывает от таких шикарных перспектив, правда? И хочется нажать на педаль времени и поскорее оказаться в том прекрасном будущем. Жить в этих замечательных домах, путешествовать с планеты на планету. С одним только не хочет мириться, например, мое отсталое сознание. Но не хочу я с помощью компьютера, вживленного в мозг, дружить, любить и радоваться жизни. Так и хочется обратиться к ученым, которые строят модель нашего будущего. Не трогайте душу. Пусть все будет точно так же, удобно, эффективно, но по-человечески.